спорткомплексе «Витязь» завершилось первенство России по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, которое объединило более 450 юных спортсменов со всех уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. В числе участников соревнований было 8 манапчан. Отличные результаты продемонстрировали воспитанницы Анапской детской юношеской спортивной школы номер 6. Анастасия Стисенко заняла 3-е место в весовой категории до 36 килограммов. Анастасия Коль завоевала 2-е место. На первом месте в своих весовых категориях оказались Карина Коробова и Надежда Голубева.